Пожалуй, каждая большая семья желает иметь собственный дом. Администрация Щелковского района помогает воплотить в реальность такую мечту. Щелковский район является лидером в Подмосковье по обеспечению многодетных семей земельными участками. С начала реализации закона Московской области на 1 июня 2018 года нами поставлен на учет 1500 семей. В 2017 году мы полностью 100% обеспечили данные семьи земельными участками. Сейчас на учете 80 семей. Работы ведутся по формированию новых участков и предоставлению также многодетным семьям. Земля – это, конечно, хорошо, но что с ней делать без электричества? Этим вопросом занимаются энергетики филиала Московской объединенной электросетевой компании. Уже не первый год они помогают обеспечить участки электроэнергии, присоединяя их к местным электросетям. Так, благодаря совместной работе электросетевой компании и администрации Щелковского района, рядом с участками развивается необходимая инфраструктура. Мы сейчас ведем работу по осуществлению подсыпки подъездных дорог земельным участкам. Также мы будем заниматься уличным освещением. И благодаря нашим коллегам из электрических сетей очень оперативно проводится работа по технологическому присоединению данных земельных участков к сетям электроснабжения. Семья Файко получили участок в деревне Малые Петрищи и вот уже больше года обживают свои владения. Проблем с подключением электричества на территории не было. Практически сразу компания МАЭСК откликнулась на заявление и в кратчайшие сроки помогла разрешить насущный вопрос. Подключенных 15 киловатт мощности должно хватить, уверен хозяин. В будущем глава семьи планирует перебраться в деревню на постоянное место жительства. Жить на свежем воздухе – давняя мечта Виталия Ивановича. Были, подали заявку, были сделали все оперативно, грамотно и без нареканий. То есть огромное большое спасибо МАЭСК за электричество в доме. Так что мы можем проживать уже здесь по месту. Да будет свет! Сейчас в деревне Огуднево мы наблюдаем за ходом работ по присоединению земельных участков к районным электросетям, которые в рамках федерального закона Московской области были выданы бесплатно администрации Щелковского района многодетным семьям. При установках подрядными организациями комплектных трансформаторных подстанций используются современные материалы и технологии, что значительно улучшает качество подачи электроэнергии. При строительстве электросетей для электроснабжения многодетных семей осуществляется, конечно, из самых передовых материалов. Например, провода мы вешаем только изолированные. Устанавливаются в подстанции трансформаторы улучшенных характеристик, которые, ну, скажем так, сглаживают неровности, неравномерности по нагрузкам, по фазам. На данный момент на территории Щелковского муниципального района выделено 17 полей для участков многодетным семьям. 70% уже электрифицированы, и люди уже в полной мере могут пользоваться электроэнергией. До конца недели в деревне Огуднево будет полностью окончен монтаж подстанции и осуществлена подача напряжения. Лилия Дворецкая, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».